«Да сохранят вас небеса, божественный Навуходоносор, отец прекрасного и древнего Вавилона! Саргон заложил Вавилон 5000 лет назад, когда мир был еще юн. Долгое время город рос и процветал. В 18 веке до нашей эры он стал столицей империи богоподобного Хаммурапи, великого законодателя. Вавилон завоевывали касситы и ассирийцы, но всякий раз он восставал из пепла разрухи, как феникс. Наперекор врагам он вновь обрел независимость и стал подлинным центром искусства и науки древнего мира. О, Навуходоносор! Ваша империя ненамного пережила вас. Сперва ее покорили персы, затем греки. Великий город был, наконец, разрушен в 141 году до нашей эры. Но неужто Вавилон не возродится еще раз? Великий Навуходоносор, ваш народ ждет, что вы воскресите былую империю. По силам ли вам такая задача? Сможете ли вы создать цивилизацию, что устоит под натиском времени? Te saluto. Augustus sum, imperator et pontifex maximus Romae. Si tu est Romae amicus, es gratus. Thank you.
Тот, кто знает людей, мудр. Коротка и жизнь людская. Thank you.
Salve. Procede. Thank you.
Salve. In chipe? Poco offero a te considerandum. Consentio. Salve. In chipe? Straniero.